Около 15 тысяч курян готовы помогать безвозмездно. В области действует более 500 добровольческих организаций. Информация об этом прозвучала на пленарном заседании Общественной палаты региона. Наши земляки отличаются активной позицией и охотно принимают участие в решении острых проблем. Обратная связь с населением крайне важна. Только тогда можно добиться положительных результатов в любой сфере. Активность жителей региона возросла. Об этом говорит успешная деятельность многих общественных организаций. 14 наших общественных организаций стали лауреатами грантов президентской грантовой политики. И 14 получили гранты, это 20 миллионов рублей. Кроме того, у нас 10 общественных организаций являются лауреатами губернаторской премии и грантов. Дальше молодежные общественные организации, их 46 тоже получили вот такую материальную поддержку. Говорили и о президентских выборах. Общественная палата и избирком подписали договор о сотрудничестве. Члены организации и активисты смогут стать наблюдателями на участках.